Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детские, гостиные, спальни. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсе 12. Про культуру в залог, землю для многодетных и новом подходе к эффективному использованию госсобственности. Сегодня говорили в правительстве области. Журналистов встречал Роман Береснев. Первый вопрос зампреду про областную филармонию, которая, по опасениям, может уйти банку за долги Нововятского лыжного комбината. Роман Береснев поспешил успокоить выводы о рисках преждевременно. И сейчас у предприятия новый собственник, комбинат встает на ноги, и проблем с погашением кредита нет. До июня 2018 года с выплатами точно уложится. Кроме того, в залоге филармонии как культурное учреждение не фигурирует. Заявляя ответственно, филармония в залоге не находится. Именно государственное учреждение Кировская областная филармония, где находится телерадиокомпания и помещение, которое находится в аренде. Вот эти помещения находятся в залоге. Риска утраты имущества в правительстве не видят, но на будущее уже перестраховались. Речь о новом законе, где прописаны более жесткие требования для заемщика и большие гарантии. Сегодня также затронули тему земли для многодетных. Согласно статистике, в 2015-м участки получили 5000 семей, что почти на 2000 больше, чем прежде. Темпы, заверили в правительстве, снижать никто не намерен.